Иеремия 29:11. «Только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Повисла каплей ожидания. Секунд в минуте не отнять. Сжимать часы и расстояния мне не дано. Мне нужно ждать. Восхода в месяц, дней в неделе не сократить, не обойти. Весь этот год на самом деле начало нового пути. И я смиренно подчиняюсь законам времени, я жду. В долготерпении упражняюсь, ступая робко, как по льду. А ноги требуют разбега, от дерзновения печет. Сейчас, сейчас глаголит эго и вторит плоть. Вперед, вперед! И пусть во мне все закипает. Я пыл сумею удержать. Мой дух отлично понимает, пришла пора учиться ждать. Бог не опаздывает, знаю. Он держит времени тайник. Все планы небу доверяю. Всему свой час, всему свой миг.